Друзья, грибы мы все-таки нашли. Замороженные. Вот. Замороженные грибочки. А, это растет его. Раз. Грибочек этот какой-то съедобный. Вот. Здесь, на Днепропетровщине, его называют лисички, но в действительности это не лисички. Чем-то похож на опенок. Вот такие. Но они растут не на пеньках. Мы видим, что это съедобный гриб. Но, в принципе, мы такой никогда не брали. Поэтому просто показываю вам, что еще есть. Сейчас еще. Куча-куча. Куча-куча. Так, перчатки. О, иду-иду. Иду. Это наша ваза. Ваза такая будет. Прекрасная ваза. Ну, без грибов же никак нельзя. Так, идем, посмотрим, что нашел наш Валерий Игоревич. Зимний лес, красота, зимний лес, это прелесть. Кто не же валяется? Валяется. А цей не валяється, ну. А цей розриваємо. Що ж це за грибочок? Та я забув, як вони називаються. Ну, це съедобний. Так, съедобний. Аромат. Угу. Типа сироїжки. Аромат взагалі пумба. Флемоклава. Похоже на флемоклаву бархатистую. Ну, там ножка должна бути бархатиста. Замороженные грибочки. На зимний опенок? Не, они не похожи на это. Ну, это фламуклава запархатистая, это и зимний опенок. Ну, это зимой. Зимой сейчас несъедобных грибов немало. В такое время сейчас только съедобные грибы. Сейчас вот это фламуклава бархатистая. Дальше что у нас? Вешенка может быть. Вешенка. В принципе, без ничего не майду, там не съедобно. Прям из снега. Грибники. Грибники. Все-таки грибы. Замороженные, но есть. Валер, таких тут куча. Куча, дивись. Куча. Куча грибов. Заморожен. Так. Вешенка. Зимний опенок или просто зимний гриб. Зимой бывает вешенка, зимний опенок. Ложный опенок еще бывает. Зимний трутовик. Несъедобный. А, зимний трутовик тоже. На дереве. И березовая чага. Ну, понятно, березовая чага. Вот это кстати, березовую чагу. Опенок зимний или Опенок зимний. Фламулина бархатистая. Вот он. Сейчас мы откроем. Вот это, по-моему, уже не есть. Вот.
Вот это и есть фламулина, по-моему. Лед. Лед прямо. Раз. Фламулина. Так бархатистая называется. Опенок зимний, фламулина бархатистая. Но бывает еще и опенок. Ну, пахнет классно вообще. Запах приятный. Да, запах классный. Ну, да, наверное, из ряда сыроежек, да? Опенки. Ага, то есть они на вкус должны быть такие, как волокнистые, да? Волокнистые такие. Ну, в принципе, зимняя охота за грибами. Зимняя охота за грибами у нас удалась. Все-таки грибы мы увидели. Даже узнали, что они съедобные. И увидели прекрасный лес. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Заходите ко мне в гости на YouTube-канал. Будем дружить. До новых встреч в эфире. Хорошего вам дня, всего наилучшего, позитива. Пока-пока, счастливо.